Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришли две новенькие участницы. Одну зовут Татьяна, ей 21 год, она из Симферополя. Пришла к Николасу, у нее есть маленький сын, ему 2,5 года. Вторая девушка Тата, ей 23 года, она из Москвы. Пришла к Федору Стрелкову, но сразу же поняла, что это не ее мужчина. Сначала парни проголосовали за Татьяну, и то только потому, что они являются друзьями Николаса. Вторую девушку хотели отправить домой, но потом ведущие передумали и решили оставить и Тату. Вика Романец и Андрей Черкасов зажигают в Дербенте. Они утверждают, что это их последнее совместное мероприятие, и после этого их дороги разойдутся. Правда, фанаты пары все еще надеются, что Вика и Андрей снова сойдутся. Костю Иванова избили в родном городе Волгограде. Он пишет: «Мы отлично прогулялись, из фото видно, что я завел новых друзей. Прекрасные, отличные люди. Но я снова бодр и хочется жить, шрамы украшают мужчин, и я готов к новым приключениям». В интернете обсуждаются неприятные факты про Алену Юдину. Оказалось, Юдина бросила двоих детей. Старшему ребенку 7 лет, а младшему только исполнилось 2 года. И анонимный источник уверяет, что Юдина одного ребенка бросила на родителей, а второй остался со своим отцом. В прошлом Алены, которую на самом деле зовут Лена, очень много грехов. Например, она подставила бывшего мужа. В сети появилось объявление от Тимура Гарафутдинова с призывом приходить к нему на персональный кастинг. Так что Тимур ищет новую любовь, хотя он живет с Кристиной Лисковец в одном бунгало. Вполне возможно, что Кристина даже не знает об этом, ведь она ежедневно выкладывает новости о своем пребывании на острове любви, но она ничего не писала о расставании с Тимуром. Саша Харитонова поругалась с Глебом Жемчуговым. Как только в паре Жемчуговых начались проблемы, Саша стала лезть со своими советами и поучениями. И между Глебом и Сашей начался жестокий конфликт. А так как мужчины у нее сейчас нету на проекте, то ей пришлось позвать папу на помощь. Игорь Алексеевич примчался в периметр и поговорил по-мужски с обидчиком своей дочери. Стала известна истинная причина ухода Маши Чужаковой из проекта. Ее пригласили на очень выгодные съемки, и совмещать работу с проектом она не сможет. Никакого парня за периметром у нее нет, просто так нужно было сказать для эфира. Маша обещает вернуться на проект уже через месяц. И интересно, какой сценарий для ее возвращения придумают организаторы. Семен Фролов тоже порадует нас своим приходом на проект. Эту информацию подтвердил Алексей Михайловский, главный продюсер реалити-шоу. Семен скоро улетает с Викой Романец на Сейшелы, где будет снимать клип, а затем он останется на проекте в качестве участника. На Семена сейчас очень большой спрос, он нравится многим девушкам проекта. Лиза Шароха выражала ему свою симпатию, Вика Романец тоже намекала, что у них могут получиться отношения. А недавно выяснилось, что и Катя Гужвинская, несмотря на то, что она в паре с Вовой Гаути, ведет тайную переписку с Семеном. Она не раз без камер признавалась девочкам, что Фролов ей очень нравится. Правда, у Семена есть подруга, с которой он живет и выступает. Но, видимо, ради пиара своего мужчины на Доме 2 девушка подождет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!